Полицейские заботятся о безопасности отдыхающих, а налоговики – о комфорте своих клиентов. Предоставить декларацию можно по интернету и никаких очередей. Федеральная налоговая служба расширяет возможности сервиса. Теперь каждый пользователь личного кабинета налогоплательщика может получить усиленную неквалифицированную электронную подпись, причем бесплатно. Она представляет собой защищенный индивидуальный код, который приравнивается к личной подписи. Достаточно заполнить на компьютере документ, вписать этот шифр и нажать кнопку «Отправить». Конечно, экономится время, потому что эта подпись выдается бесплатно удостоверяющим центром ФНС России. И не выходя из дома, можно направить декларацию с копией документов. Это налоговая декларация, это приложение, это заявление на льготу, это заявление об уточнении объекта налогообложения. У нас будет постоянно расширяться перечень документов. Получить неквалифицированную электронную подпись можно через личный кабинет в разделе «Профили», перейдя по нужной ссылке. Уточним, что этот код можно использовать только в работе с налоговыми органами. Кроме того, недействителен он для индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов. Этой категории необходима квалифицированная электронная подпись.